Hello guys, here is a major development coming from the Ukraine-Russia crisis. Just few hours ago, Russia recognized two separatist regions, Donetsk and Luhansk. Not just Russia, but Venezuela, Cuba and Nicaragua also recognize it. And in this matter, even Security Council can do anything because Russia has veto power and probably China will support Russia at any cost. We can see here is the Vladimir Putin speech after he recognized two separatist regions. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. As you can see, my previous video about Russian tanks near Ukraine border.